штаб народной революции в наши дни. Граденко, сколько нужно, чтобы газ подействовал? А безопасно ли говорить? Конечно. Продолжайте. Время зависит от веса субъекта. Дети умирали менее чем за 15 секунд, а на взрослых уходит больше времени, от 18 до 42 секунд. Выживших нет? Ни одного, товарищ Сталин. Общее число смертей? Примерно 840. Моя разведка утверждает, что в деревне было 877 человек. Как вы объясните эти расхождения? Неверные разведданные? Хватит. Начать полномасштабное производство газа. Производство уже начали, товарищ Сталин. Знакомьтесь с нашим новым офицером. Согласно этому досье, вы должны оказаться полезным. Я бы хотел заглянуть в это досье. Поручите лейтенанту нечто важное. Это все, Граденко. Простите, товарищ Сталин, но есть кое-что еще. За границей Торуни мы встретили сопротивление повстанцев. Они заблокировали дороги в город, здесь и здесь. Они враги народа. Уничтожить город и убить всех в нем. Идем, моя дорогая. У меня есть поручение, которое требует твоих особых умений. Посмотрим, как вы справитесь. Живо отправляйтесь в Торунь. Уничтожьте город и убейте всех. Никаких пленных, никаких выживших. Это все,